Добрый день, наши друзья и наши подписчики. Наташа Сережин-Сад приветствует вас. И мы продолжаем серию видео по формированию гортензии метельчатой на штампе. Для дальнейшего формирования штампа вот самарской лидии оставляли два узла. Вот сейчас один узел я сниму, верхний, оставлю два побега, которые идут в сторону. Я считаю, что они такие более мощные, потому что здесь немножко они прихватились морозом. Вот. Мы их вот так вот под самой снимем. Вот так вот и замажем. Вот остается штамбик такой, где-то 50-60 сантиметров высотой. Но я думаю, что для самарской лидии достаточно 60 сантиметров высотой этот штамп. Сейчас замажем его кремом, чтобы он не плакал. Но я думаю, уже все сокодвижение закончилось. Ну, на всякий случай мы его подмажем, чтобы никакие бактерии туда не попали. Если вы вместе с нами увлекаетесь гортензией метельчатой, если вам нравятся эти чудо-цветы, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте пальчики вверх, заходите в наше сообщество ВКонтакте «Моя гортензия». Будем рады вам!